Привет, Игорь. Эта игра не сначала. Просто попросили запускать, когда играю внезапно. Ну да ладно. Монитор не фанил. Фанил, говорю. Не бликовал, было бы вообще супер. Жабов не завезли, фритайм. Здорово, здорово, Лью. И привет, Фарадей. Умай, дан-дан столько отзимитых-то. Сразу говорю, переводить ничего не буду, чисто пазы включены. За переводом Джа, я надеюсь, Дима когда-нибудь пройдет эту игру, и желательно за другую компанию героев. アトリエに行くのが遅れると、お嬢様に文句を言われるんだぞ。そうなの？じゃあ、付き合ってくれなかったら私が文句を言う。どういう交換条件だ？どっちにしろ文句言われるなら面白い方がいいよね。うん。お前の弟を見ても、俺は面白くもなんともないぞ。 うるせえ。だから今直して。ダメだ。完全に部品が行かれてやがる。それはロジェスタのアプリコンな。直りそうかい？時間がかかるな。よりによって一番手に入りにくい部品が。くそ。エナ君、機械がないと何にもできないのにね。うるせえ。2回も言うな。じゃあ役立たず。 Да, и тут есть накачанный дух земли, но он в другой команде. これはこっそり手助けしてあげないと姉として。こっそりする必要はないだろう。堂々と手伝ってやれば。あの子意地っ張りだから手伝うって言っても嫌がるんだもん。意地っ張りとかじゃなくて嫌われてるだけだろ。それに知らないうちに治ってた方が面白いじゃん。そうと決まれば早速。
だからなんで俺まで。おい、話せ。Самое смешное, что тут, ну, в плане личных диалогов персонажей больше озвучки, чем в плане сюжетной. Бака-дикара нам дакара. Скосива каген сиро. Бака-дикара? Хёттоште бака ни саретеру? Тондемо най. Хометерун дайо. Э? Хонто? Ия, телеру на. Не, ここで何をするんだ? Кикай を作るんだから金属の材料を集めようかと思って。どの金属だよ。そもそもお前、何を作るか分かってるのか?そういう細かいことはどうでもいいの。とにかくたくさん集めれば。どうでもいいって。あのな。ほらほら、いいから急ぐ。こうしてる間もエナは困ってるんだからね。Надеюсь, у него место только на карде не кончится. Может, конечно, вообще за 50 рубить, но... Не хочется. Ладно. Ну, скинись. И что нам тут? За рудой сбегать? Я подозреваю, к редкой руде нужно. В первую очередь. Это левельная локация. Что интересно, кстати, второй монахини в списке Good Game нету. Только первая. Других никаких нету по заданию, нету. Печально, не знаешь, куда реально идти. Привет, Сага.
совсем очередная манахимия. А? Забыл. Пока отвечал. Настоящий мужик. Если что-то тащить. Дурацкая сила его подруге поможет. Ну, как подруга, правда. Хотя, в принципе, она его сама потащила. Надеюсь, нам сейчас не придется портить какой-нибудь ингредиент. そんなことないよ。だって私バカ力だもん。ああ、そうだったな。ね、どうすんだ。この調合するに決まってるじゃん。ここは錬金術の学校なんだよ。俺たちは錬金術科の生徒じゃないけどな。いい加減、何を作るか考えたのか。絵なの機械の部品。それはどんな部品で、どんな形をしてるんだ。 Да, если кто смотрел прохождение первой манахимии у Димы, Флайк теперь учит, он зам директора. Это очень весело на самом деле. あれは一番見習ったらダメな先生だろ。お嬢様あたりに手伝ってもらった方がいいんじゃないか。大丈夫だって。私を信じて。 そういうやつに限って信用できないんだよ。うーん、ダメ。失敗。まあ、そう簡単にできたら苦労はないよな。もう一回。 だから言っただろう。適当に作れるほど甘くないって。うわ、やば、釜の底が焦げついてる。バカ、お嬢様に見つかったら早く何とかしろ。ああ、材料ほとんどなくなっちゃった。いい加減諦めろ。 付き合わされる方も迷惑だ。俺失敗したらまた石拾いに行かなきゃだね。勘弁してくれ。おお、この反応は。できた、できたよ。本当？本当だって。ほら、見て見て。確かに見た目はまともだが。 喜んでくれるかな。いや、その部品でいいって保証は。って聞いちゃいないか。エナ、見て見て、プレゼント持ってきたよ。あれ、誰？出かけてるみたいだな。 Сейчас починят. Чисайкоро-то, ицу-но-ханаста? Мата-кейте-най-на.
確かここを開けて、次はそうだ、確かこの部品と入れ替えれば、でいい。なんかやばい音がしなかったか。そう？私が機械いじってた時はいつもこんな音してたけど。お前が機械いじりやめたのって周りから止められたからだろ。すごい、よくわかったね。お父さんがお前は女の子なんだから機械なんて触るなーとか言い出してさ。やっぱり触るのやめとけ。取り返しのつかないことになるぞ。よし、それでオッケー。あとは電源を入れてっと。手遅れか。おい、誰か戻ってくる。わ、やば、どこ隠れなきゃ。Пацаны, не трогайте, рванет. Я же говорил ранее. Нада. Зензен сэгё га киканай. Йогеро! Чё... Они-сан! Сатки га комоттеру. Сотчи га соно ки нара ва. Чигау! Коицу га каттэни угоку на ё! Удэ га могеру! だからやめとけって言ったんだ。まあちょっと失敗しちゃったね。これがちょっとかって、どうするつもりだあれ。どうしよっか。こういう場合はだあ、パツネ、どうして сделаем вид, что ничего не было。大丈夫、エナは強い子だから自分で何とかするよ。おい、待て！俺は知らないからな！腕が！俺の腕が！すごい！お兄さんの腕、2倍くらいに伸びてるよ！最近の科学はここまで。いやはや技術の進歩の速さには驚かされるね。もういい加減にしなさい。止まんないなら力ずくでも止めるのよ。これで完成だな。うん、上出来ね。ただいまー。あー、楽しかった。完成したぞ。はい。プニニニニ。да, プニニニ、プリヴィット、ジェン。Снова монстр мусами. Кто на этот раз, призрак или кто? А то я не в курсе. Дилахан. Да, забавно, наверное, каждый раз голову в новом месте находить.
Да, надо было часть рамочки прозрачной сделать, ну ладно. Как говорится, что сделано за 2 минуты на коленке, то критике не подвержено. Скажи спасибо, что не аниме эйсом. Что против системы? Что сегодня стрима не будет? Не надо так. Ты нам обещал постельную Синон. А, здесь Тири, да бог с ней. Успеешь еще поиграть. Смимасенго. Кивен га сугуре най де, хеа ни модоримас. Ато де горю шимас кара. Я вон сам только качаю на ограниченной скорости. Ну, и что там было? Почему деньги не списались? Девку кинули, свиданки не будет. Я боюсь предположить на самом деле. Давай, руби. Зато сократили. Герой тут на самом деле просто супер, ни хрена не хочет делать. Его все вокруг достают, по сути. Полная теперь противоположность героя предыдущей, по-моему. Хотя, конечно, до ифовских не дотягивает, так просто. Обычный человечек. Ну, просто забить, у него духу все-таки не хватает. Так, надо сохраниться. Ну, что поделать, ремейк, он такой порт, ну ты знаешь, там, переназвать все, чтобы гайды не работали, там, поменять цены, я не знаю, сделать подороже все, что было подешевле, сделать подешевле все, что было подороже. Ну, новый геймплей, чтобы, знаешь, покупали те, кто на Вите играл.
время неозвученных диалогов. Ну, смотри, каких игрей на самом деле. Ты представляешь ребенка, который до конца пройдет 10-ю финалку? Вот просто, вот на 100%. Ну или те же Ноктюрны, они не совсем для детей, мягко говоря, были. Но, такие игры, да. Вполне детские. Сагер, 13-летний лоб — это не совсем ребенок. 15-летний тоже. Это очень упорный человек молодого возраста, если он фулл финалку проходит. И пойми, я, говоря на фулл, я говорю не только о сюжете. Вау, наклеечки, стикеры, вау. Второй апдейт. Это своих братишек Пуни потерял, и теперь непонятно, что она говорит. В очередной раз. Кто-то обожрался. Да, в этой части у нас в команде три Пуни, которых так обожает Дима в ательерах. Пуни Бразерс эти. Мари. Ожо-сама. Асоко дес. Ну, хаяку нантока сите кудасай. Если что, она и правда так тихо бормочет. Рэйчел. Ну, может быть, на самом деле Лили успела еще и в кросс-эджи, или как там засветиться, ее внезапно туда запихали от Гаста. Кстати, ни разу не видел, как в CrossEdge играют, и насколько она вообще нормальная игра, на самом деле. Но я знаю, что это такой кроссовер, где и Этна, и все остальные. В общем, тебе виднее, явно ты в нее играл. Ты ведь не в нее играл, да? Сасгани, курева, оре но те не амарзо. Икара, ора! На самом деле, она Рэйчел напоминает благодаря ее хвостам, банально. И бантикам здоровым. Ну еще она блондинка, да. Ожо-сама.
Да? Ну, постим как-нибудь, что ли, а то у меня нету третьей плойки. Или Диму вон припаши. Он любит наркоманию гастовскую и нисовскую. あんまりベタベタ触らないでほしいんですけど。あ、お、確かに本物。は、やだ、私ったら。Тут есть цимис, что она его всю игру пытается как бы это... На свиданке вообще вытянуть и вообще привлечь к себе внимание. А он, как обычно, играет... Либо всемирного слоупока, либо специально ее игнорит. Ну, как всегда, она цундере, и она не хочет открыто признавать, что она ему, что он. Ну, вы знаете. А вот и Флай. だが、今年の学園祭はこんなものではない。ここからいよいよメインイベントの始まりだ。まだ全然楽しんでないわよ。これからやっと始まるって時に。わー、メインイベントだって。なんだろう、何すんのかな。メインイベント、校長、何か聞いていますか。いえ、僕は何も。また何か無茶なことを始めるつもりでは。グンナルがやることですから、無茶に決まってると思いますけどね。ゼッペレ、кстати, жизнь не пощадила. В молодости он как-то лучше выглядел. イベントの内容とは、ズバリ、生徒全員でのバトルロイヤルだ。これより貴様たちには生徒同士血で血を洗う戦いを繰り広げてもらう。ほら、やっぱり無茶だね。僕の言った通りでしょ。何を嬉しそうにしているんですか。急いで止めてきなさい。А теперь все будут бить друг другу морды. Участие обязательно. 戦いは二人一組となったチーム同士で行ってもらう。無論一人で戦いたいのならば、それでも構わんが、各自制限時間内に10回の戦闘を行い、最も多くの白星を挙げた者を優勝とする。また物騒なこと考えたわね。勘弁してくれ。終わるまでどこかに隠れてるかな。隠れても見つかって倒されるよ。私も姉ちゃんにかよ。バトルロイヤルか。おいら燃えてきたよ。ちょっと若者でポチノは。これは久しぶりに僕とペペロンのゴールデンコンビが復活かな。参加資格があるのは本校の生徒のみ。ノラのマナや妖精さん、着ぐるみの類は参加不可だ。そんな。おっと、ずいぶんピンポイントな参加禁止令だね。私はノラのマナじゃないから問題ないですよね。Не найти, только на физике, как обычно. Грусть доска. Туни, Туни,
にしている兄弟とかどうなるんだって妹が聞いてますけど。あのな、ここで叫んでも聞こえるわけが。そうだな、乗り物にしている兄弟やプニプニに関しては特別に許可してやろう。聞こえていたよ。はい。優勝者には学園最強の名誉と俺様の用意したとっておきの副賞をプレゼントしてやる。Значит, это типа того, Паш, привет. Просто мне сказали, какого хрена ты не стримишь, когда ты играешь. Можешь просто так играть, но нам по стрим. Ну, типа того. うるさい、大声出すな。興奮せずにはいられないよ。これぞ祭りだよ、地祭りだよ。物騒な単語を使うな。結局ロゼとは何にもできないまま。まあまあ、二人一組で参加とのことですし、これはチャンスじゃないですか。そうね、確かに。ロゼと合法的に二人っきりになれるチャンス。ロゼ、あなたは誰と参加するつもり？答えは分かりきってるけど、一応聞いておくわ。参加拒否っていうのはダメっつに却下。まあ、そうだろうな。Ну тут так получилось, что как раз на ивенты выпало, а не на фарм. Фарма тут хватает и фьюза, кстати. Как минимум вчера я, наверное, за ночь часа три потратил на фьюз, как минимум подряд. Ну там, сфьюзить один ингредиент на сотку качества, потом перефьюзить в другой, перефьюзить в третий, несколько раз потратить создание там какого-то предмета, ну и так далее. А, мне еще надо выбирать, с кем я пати соберу. Ну, пойдем по накатанной. Что уж делать-то? Ну, я думаю, сейчас будет 10 боев. По идее, может быть 10. Mugen Souls, что-то знакомое. Тоже шестой категории вроде. А, ну да. Прикольно. Если за 500, так вообще хорошо. Октябрь 22 2015. Подожди, это Steam? Но мне нет денег. Я и так все слил на Zestrew. А, ну 22-го она только будет. Ну блин. Заманчиво на самом деле. Все-таки, конечно, компогеймы радуют с ифом. Своими релизами на пеку. Ага. Ну вот и бои.
по идее. Эти два чувака встречаются по ходу всей игры, они типа друганы. Но один, короче говоря, forever alone, а у другого есть девушка, и они постоянно спорят на этот счет. Да, иногда бывают баги с текстурами на эмуляторе, так что не обращайте внимания, у него есть ноги. Но они в основном мясо. Если их, конечно, не забустили. Но знаете, когда у вас есть ледяная пушка, все мясо. Смотрите, не ваншот. Правда, pretty close. Ну, я чувствую, сюжетные бои сложными не бывают, как обычно. Я за всю игру почти не использовал итимы на самом деле. Кидануть мне что-нибудь, что ли. Я Dragon Breeze, я думаю, это будет прийти. Да и Керамик Плейт. Юни говно. У нас флейм ауешный сделан. Ага, дамага нифига, зато дефенс даун, окей. Ну жрите. Что значит иммюн? Офигели. Ну что поделать? Монстры тут выглядят лучше, я гарантирую. Ну как обычно, гарпии, всякие никоматы. Интересно, меня хилят между боями.
А, ну, что поделать, Паш. По мне стиль нормальный, на самом деле. Может быть, первая Мартонелли, он, конечно, круче, но... Это монохимия, она и в первой части была такая. А Гаста я как-то с монохимией начал. Играть. С первой, правда. За вторую только сейчас взялся. Да, между боями меня лечит. Вторая команда, если посмотреть по сюжету, действительно в чем-то веселее. Первая команда вот с Розом, да? Она такая довольно классическая, то есть парень пофигист, девчонка цундэ рядом с ее служанкой. Ну, огненная мана такой весь из себя. Бышонан занятой. Ну, плюс-минус такая обычная Тима, девочка дура. А вторая там наполнена какими-то фликами, чувак в костюме, плюшевые игрушки, там перекачанная мана земли. Маньячка в очках, тихая. Ну, собственно, девка-деревенщина, главный герой, и этот малый, которому вечно достается от сестры. Ну блин, мне единственное, что не нравится, тут реально по тебе нифига не пробивают. Я не знаю, может я перекачиваюсь постоянно. Но как-то домашка чувствуется только на реально каких-то там красных мобах и прочее. Стори миссии еле царапают. Даже несмотря на то, что он, они в том шмоте, в который я должен... Ну как, который я на них цеплял, по идее. Но зато хп им накидывают, да. О, забустили. Ладно, жри. Вау, such damage. Там уже более-менее, но все равно ваншотами не пахнет. Ну тут челлендж на самом деле больше в крафте, потому что это гаст. То есть зафьюзить себе там все вещи на 100 качества. Может это и спин-офф, но это остается kinda ательерами. Единственное, что попроще. Ну да, в принципе, да. Парнишку жалко на самом деле. С такой-то сестрой. Они там еще эпично в догонялки играли.
начиналось все с того, что Мелкий сказал: «Беги, как будто от этого зависит твоя жизнь». Но они не убежали. О, монстрики. Да не, я в принципе не то чтобы совсем жалуюсь. Во время сайд-квестов веселых боссов хватает на самом деле. Да и по сюжетке иногда нормальные попадаются. Это сейчас такой фановый эвент. Что значит не попадитесь? А если я хочу их зафармить? А, эти шкреветок я уже бил. Жрите. Сипа-типа-типа. Надо все-таки их поставить в два ряда. Хотя просто на втором ряду регенится мана и хп пока бьешь. Ух ты, от кого удара не видел. Кстати, как во всех старых играх с переводом, тут очень шикарное объяснение всех допов и прочего. Половине случаев не догадаешься, что она делает. Ты в какой-то веке попал на Айшу, или как она называется, блин? Айша Логи, короче, последняя трилогия, которая выходила. Если после нее не выходило ничего нового, потому что я, как обычно, слоупок и не в курсе новостей. Еще новее. Ну, я последнее, что смотрел, это трилогия Айши, или как она называется. Скоси, сизка не надо. Торяйза, аторини. Опа. Бом. Где-то я это уже видел. Дежавю. А, окей. А, ну...
стиль всегда должен быть. Я тебе дам Elemental Shield. А, ха-ха, понятно. Heaven's Gate делает процент ХП, как дамаг. А ну-ка. Сработает, нет? Ага, стори босса иммунны. Шикарно. Слушай, не надо молотком, да? Я ж тебя так зарыжу. Мне единственное, что не нравилось в последних частях, то что они совсем сахарные, так сказать, были. Блин, сил софт-атаки. Кто-то прифигел. Я ж кидаться буду, да? Да, он тут точно не нужен. Она и так не бьет нифига. В общем, пресс X to win. И забить на все. То есть у меня авториген есть. Ну а что я могу сделать, если меня заткнули? Вещи тратить на нее не хочется. Да и не дамажит, а не толкнет. Да-да, типа того. Ну, как-то так. この指輪にはそういう力があるらしいよ。 マナをこの世界から消してしまう。 ね。 何考えてんだ。 俺は。 ちょっと。 その子に手出したら。 本気で怒るからね。 これ以上何もする気は。 そんな目で見るな。 どうもあいつを相手にすると調子が狂う。指輪のせいか。あのマナのせいか。ダメだ。一人でいるとくだらないことばかり考える。早く戻るか。 A bit of plot, как говорится. Это было очень неграмотное, как говорится, но неважно. Кстати, сколько у меня там пара флеймов всего. И, конечно, проще всего купить. Потому что некроклосса не хочется делать. Да и толку с них мало на самом деле.
Ну-ка, с Флайем нам дадут подраться, нет? Он до сих пор умеет появляться из ниоткуда. Кажется, мы отхватили от плута армора. По крайней мере, это было весело. Почти. На перекрах надо взять штук 20. Что и мелкую дадут отпинать. Какая ты бесчеловечная игра. Да, пуни остаются пунями. А почему я так не умею? Ну щит, то поделать. Не оценили критики. Вау, я даже с ними в Unite мод вошел. Прикольно. И они кончились. Привет, четвертая стена.
Ну, в общем... Просто сдохните. Окей. Просто сдохните с второго удара. Ладно, надо к Кулерике все-таки сходить. Может, там кто-то кроме нее будет? А, ну да, мы еще с Хлоей не дрались. Да, если что, она мастер гадости и ловушек. Говорит, не волнуйтесь, я вас не вырублю с одного удара. Я буду медленно мучить вас до смерти. Интересно, мы начнем с ядом каким-нибудь, или это все-таки было... Понятно. Бить нельзя. Да, везде Хлои. Так, нам вообще дадут походить? Или это тот самый момент, когда я должен проигрывать? А если я не хочу? А нет, смотрите. Вы посмотрите, вы, говорит, выглядите злыми. Да ну нафиг! Диалоги, диалоги, диалоги. Жаль, не озвученные. Какая крепкая дама. И это туда же. Не могу поверить, что вы серьезно, я же девушка.
ご苦労だったな。なかなかいい戦いを見せてもらったぞ。うん、実に満足だ。ふん、あなたを楽しませるためにやったわけじゃない。Да, давай, я тоже закругляюсь. Минут через пять к тебе подойду. だが戦いには常に勝者と敗者が存在する。勝者には惜しみない賞賛と名誉が与えられるが、敗者にくれてやるものは何一つない。それでは今回の優勝者を発表する。我が戦闘技術家のエースにして俺様の一番弟子ロゼとその他一名のコンビだ。俺たちが優勝って、いつ俺が一番弟子になったんだ。な、何よその他一名って、納得いかないわ。あの教頭とは一度ゆっくり話をする必要がありそうね。Рецептик гоните, да? Самара в гендиденде магире мо наку, гакуен сайкё но комби то натта ваке да. Са, мне ухатте сеен ни котаете яре. Коую но ва нигате нан да кедо на. Ватакуси то Розе но 2人が組んで負けるわけがないじゃない。当然の結果よ。たまには私のことも思い出してください。そしてお待ちかね、これが俺様からの副賞だ。さあ、これは小切手。一十百千。五千万？かなりの額じゃない。こんな金額どうやって用意されたんでしょうか。いや待て、単位が GP。グンナルポイント。グンナルポイントの略だ。だ。将来全世界で展開予定のグンナルグループの店ならどこでも使えるぞ。グンナルポイント。くだらない。要するに今は何の役にも立たないっていうことじゃない。永遠に役に立たない可能性も高いですね。ま。こんなことだろうと思ったけどな。なんだ、反動が足りんな。もっと体全体で喜びを表現しても構わんのだぞ。いえ、十分喜んでますから。そうか、ならばいいだろう。以上で表彰式は終了だ。各自残り少ない学園祭のひとときを楽しむがいい。Нам что, еще и потанашимить дадут? Или просто заставочку покажут? Видимо, просто заставочку. ただ疲れただけだったな。まったく。ま、今日だけは助かるかもな。深く考えずにこのまま眠っちまえば。これでベッドイン。おお、今日は頑張るじゃねえか。よ。気合が入ってるのはいいが、人ばかし単調だな。え、
まだまだだな。ずるいよ。今マナが攻撃してきたじゃないか。何甘いこと言ってやがる。実戦ってのはな、予想外のことが起きるもんなんだよ。実戦じゃなくて稽古だもん。いいんだよ、俺とこいつは二人で一つだからな。悔しかったらお前もマナと契約すればいい。じゃあおじいちゃんのマナちょうだい。ダメだ、こいつは俺のだ、絶対にやらん。おいおい、泣きそうな顔すんじゃねえよ。へえ、今日はここまでにするか。そうだ、あの時は本当に羨ましかったんだ。マナを持っている祖父が、祖父が持ってるマナが。それなのに、ладно, я закругляюсь. Там Джа начинает стрим. Может быть, еще потом постримлю. Удачи всем.